Друзья, приветствую всех на канале «Есть поесть». Сегодня пеку большую пиццу на весь противень на бездрожжевом тесте. Лично для меня этот рецепт удобен тем, что готовится все буквально за считанные минуты. Начинку и ее количество делайте на свое усмотрение, а примерный список ингредиентов, как обычно, открывайте под видео. Я беру кусочек копченой колбасы и сыр, которые натираю на крупной терке. Сыр подходит любой – моцарелла, сулугуни или любой твердый. Для теста к одному яйцу добавляю соль, 2 чайные ложки сахара и хорошенько все взбалтываю. Наливаю кефир комнатной температуры, если холодный – подогрейте, и 2 столовые ложки подсолнечного масла. Размешаю, всыпаю муку, а также пол чайной ложки соды. Можно заменить чайной ложкой разрыхлителя. Замешиваю тесто. Беру противень, у меня размером 27 на 29 сантиметров. Застилаю пергаментом, выливаю тесто и распределяю ровным слоем. Можно взять противень побольше, в таком случае пицца будет немного тоньше. На тесто наношу какой-нибудь негустой соус. Я беру самодельный краснодарский. Ссылку на его рецепт смотрите под видео. Аккуратно размазываю, не нажимая. Посыпаю колбасой. На свой вкус кладу побольше сушеного базилика. Можно взять смесь итальянских или прованских трав. И сверху тертый сыр. Далее отправляю в разогретую до 180 градусов духовку минут на 20-25, а вы ориентируйтесь по своей духовке. После выпечки я ее сразу нарезаю на порционные куски. Отмечу, что пицца, конечно же, хороша в горячем виде, но и в остывшем ничуть не хуже. Посмотрите, пицца-пирог получается очень нежной, мягкой и воздушной. Можно и на завтрак, и на обед как дополнение к супу, и на перекус. Кстати, некоторым детям такая альтернатива пиццы нравится даже больше, чем оригинал. Если вам понравился данный рецепт, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Смотрите на моем канале и другие рецепты а-ля пицца. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.